Привет, YouTube. Форшмак. Форшмак – самый простой вариант. В принципе, это селедочное масло. Значит, из ингредиентов потребуется селедка, не обязательно хорошего качества, можно даже ржавую, главное – дешевую. Так как блюдо еврейское, поэтому все продукты самые дешевые и бюджетные. Значит, масло сливочное, недорогое, луковица средняя или половина большой и селедка. Селедку необходимо почистить, порезать и освободить от косточек. Масло подготовить, разморозить и размягчить. При разделке селедки от всех мелких косточек избавиться не удастся. Поэтому в начале ее измельчения нарезаем достаточно мелкими полосками сельдь поперек костей. В форшмаке многие используют еще другие ингредиенты, как то вареная морковь, яйцо, майонез и прочее. Но это, я считаю, что все это лишнее. Основное — это масло и репчатый лук, который вот мы сейчас чуть-чуть порежем. Порежем луковицу достаточно крупно. Выкладываем масло в миску и измельчаем все ингредиенты в измельчителе. В данном случае ручная мясорубка. Древняя, скрипучая и надежная. После измельчения лука мне показалось мало, поэтому добавим еще одну луковицу. Вообще количество ингредиентов и пропорции могут быть совершенно разнообразные на ваше усмотрение. После измельчения и смешивания с маслом можно добавить еще соли, немного, если селедка была не сильно соленой, немного сахара, чуть-чуть, буквально чайную ложку вот на этот объем. Ну и перца по желанию. Перца, возможно, каких-то специй. Но я кроме перца добавлять больше ничего не буду. Тщательно перемешали. От того, насколько тщательно будет перемешано, зависит качество продукта конечного. И раскладываем форшмак в контейнеры и отправляем в холодильник для охлаждения. После охлаждения форшмак готов. Приятного вам аппетита!